галактика Млечный Путь – это спиральная галактика. Ее видно невооруженным глазом на ночном небе. Она и правда похожа на разлитое молоко. Галактики – это гигантские скопления звезд, газа и пыли, удерживаемые вместе силой притяжения. Они вращаются вокруг центральной точки. Наша галактика состоит из миллиардов звездных систем. В одной из таких звездных систем и находится наша планета Земля, которая вращается вокруг звезды по имени Солнце. Поэтому наша звездная система и называется Солнечной системой.
Солнце – одна из звезд нашей галактики «Млечный путь» и единственная звезда нашей Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы. Это планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеориты, кометы и космическая пыль. Итак, мы начинаем наше путешествие. Мы проделаем большой путь от центра нашей Солнечной системы до самого ее края. Мы пролетим мимо всех планет и, облетев последнюю, вернемся домой. Поехали! 3, 2, 1, go! Первая планета от Солнца – Меркурий. С него и начнем. Приближаемся к Меркурию. Но на ней самые холодные ночи в Солнечной системе. Меркурий движется быстрее других планет, обжигаясь солнечными лучами днем и замерзая ночью. Меркурий – самая маленькая планета земной группы. У Меркурия нет естественных спутников. Планета названа в честь древнеримского бога торговли быстроногого Меркурия, поскольку она движется по небу быстрее других планет. Летим дальше. Следующая планета – Венера. Внимание, опасность! Внимание, опасность! Нам навстречу летит астероид. Нужно срочно что-то предпринять. Опасность миновала. Продолжаем движение. Приближаемся к Венере. Венера – вторая от Солнца большая планета Солнечной системы. Одна из планет земной группы. По своей природе подобная Земле, но меньше по размеру. Как и Земля, она окружена достаточно плотной атмосферой. Венера подходит к Земле ближе любой другой планеты и представляет собой
самый яркий небесный объект. Летим дальше. Следующая планета — Земля. Приближаемся к Земле. Земля — третья планета Солнечной системы. Полный оборот вокруг Солнца совершает за 365 дней. Полный оборот вокруг своей оси за 24 часа. Земля движется вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду. Имеет один спутник — Луну. Только на Земле есть жизнь. Земля — наш дом. Дальше наш путь лежит к Марсу. Приближаемся к Марсу. Планета Марс — это четвертая по порядку планета. Из-за сходства с Землей полагали, что здесь существует жизнь. Но опустившись на поверхность Марса, космический аппарат признаков жизни не обнаружил. Названа часть Марса древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. У Марса есть два естественных спутника – Фобос и Деймос. В переводе древнегреческого – страх и ужас. Имена двух сыновей Ареса. Существуют ли инопланетяне и марсиане? Скорее всего, нет. Скорее всего, это выдумка писателей-фантастов. Интересно, они нас заметили или нет?
скорее летим к Юпитеру. Это пятая планета от Солнца. Приближаемся к Юпитеру. Юпитер – крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удаленности от Солнца. Наряду с Сатурном, Ураном и Нептуном Юпитер классифицируется как газовый гигант. Современное название Юпитера происходит от имени древнеримского верховного бога громовержца. Летим к Сатурну. Приближаемся к Сатурну. Сатурн – шестая планета от Солнца и вторая по величине планета Солнечной системы. Зачастую Сатурн и Юпитер называют братскими планетами. При сравнении становится понятно, почему Сатурн и Юпитер были обозначены в качестве родственников. От состава атмосферы до особенностей вращения эти две планеты очень похожи. Именно в честь такой схожести в римской мифологии Сатурн был назван в честь отца бога Юпитера. Требуется выход в космос для осмотра поверхности корабля. Пора возвращаться на корабль и продолжить наше путешествие.
Следующая планета – Уран. Уран – седьмая планета в Солнечной системе и третий по счету газовый гигант. Планета является третьей по величине и четвертой по массе, а свое название получила в честь отца римского бога Сатурна. Следующая планета – Нептун. Приближаемся к Нептуну. Нептун – восьмая и самая дальняя от Земли планета Солнечной системы. Нептун – газовый гигант, является четвертой по диаметру и третьей по массе планетой в Солнечной системе. Нептун хоть и относится к классу газовых гигантов, но из-за меньшего размера причисляется к ледяным гигантам. Свое название Нептун получил в честь бога морей. Следующая остановка – Плутон. Приближаемся к Плутону. Плутон считался девятой планетой Солнечной системы, но он очень маленького размера. Плутон меньше Луны в 6 раз. Плутон является лишь одной из карликовых планет, которые обращаются в этой области космического пространства. Среди ученых до сих пор идут споры, называть Плутон планетой или нет. Друзья, мы долетели до края нашей Солнечной системы, пролетев все 9 планет. Это очень большое расстояние, но с помощью нашей фантазии мы легко преодолели все трудности.
входим в атмосферу Земли. Работаем по 28-20.